Я вам уже рассказывал, что одна из моих однокурсниц, которая прожила 20 лет в Америке, больше 20, недавно приехала в Россию не навсегда. Вот и первое, что она мне сообщила: Юра, я хочу с тобой встретиться. Зачем же она хотела со мной встретиться? Это на самом деле главное. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Она прилетела сюда не просто так, а для того, чтобы... Ну, у нее осталась здесь квартира, и мама получала пенсию. Пенсия приходила на расчетный счет в Сбербанке, естественно. И там за много лет накопилась приличная сумма, в принципе. И квартиру она решила продать и какая первая мысль у людей, когда у них появляются деньги? Ну вот, если человек продает квартиру, например, да, или, а... ну, появляются деньги достаточно большие, большая сумма денег. Ну, напишите, что вы думаете, вы сделаете с деньгами, если у вас вдруг появится, скажем, 3, 4, 5 миллионов рублей. Вот напишите туда. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк и э, продолжаю. Что же, э, какая мысль возникла у нее? А у нее возникла следующая мысль. Говорит, Юра, ты мне нужен. Э, ты понимаешь в инвестициях. Э, в принципе, говорит, я живу нормально. В Америке деньги мне сейчас по зарез не нужны. Если я их сейчас сниму, я знаю, что я их растранжирю. Я спросила у детей: э, говорит она, э, что делать с деньгами. Они сказали: Мама, ставь себе. Э, ну, она, в общем сказать, стала задумываться, вспомнила обо мне, естественно. И к моменту отъезда вдруг. Значит, сын говорит, да не, мам, я, наверное, возьму эти деньги, сказать, я придумал, куда их деть, ну, там машину купить. Значит, тут второй тоже стал говорить, что, в общем сказать, тоже не помешают в хозяйстве лишние денежки. И она говорит, да не, ребята, сказали не нужно, значит не нужно. Вот. И она мне сказала в разговоре, говорит, Юра, ну я себя знаю, говорит, если деньги появятся у меня, то, в общем сказать, я их, ну, скорее всего, растранжирю, во-первых. Во-вторых, значит, не просто растранжирю, но у нее есть кредит, говорит, но кредит по 2,9% годовых, если мне инвестиции принесут, больше чем 2,9% годовых, то почему бы не вложить в инвестиции эти деньги? Зачем отдавать такой кредит? И э, это очень здравая мысль, друзья мои. Если у вас есть вариант вложить деньги, которые потенциально принесут ну, сильно больше, чем 2,9% годовых, то и у вас есть кредит под 2,9% годовых, то в общем разумно будет вложить эти деньги в инвестиции. Мы все прекрасно знаем, что э, прошлый год был кризисным, жутко кризисным. Вот вы видите, что начиная с марта месяца все обвалилось, индекс SP 500. И давайте посмотрим, что, чем же закончился год в результате. Вот начало года. И вот конец года. Это год кризиса, пандемии плюс 23% за год кризисный, когда все останавливается. Что сейчас происходит? В Америке печатает деньги, продолжает. И куда эти деньги пойдут? Ну, все сходятся. Ну, почему весь этот рост произошел? Потому что э, вливали деньги, при Трампе вливали не так сильно. Демократы говорили, надо вливать больше. Сейчас у власти демократы. Они уже влили туда 1,9 триллиона. Долларов. И сейчас э, обсуждаются планы, э, как туда влить в экономику до 4 триллионов долларов. На первом плане сейчас э, в первую очередь 2 триллиона. Это будут инфраструктурные проекты, это будет э, строительство дорог, ремонт дорог, развязки, всяческие мосты э, и так далее. Но часть этих денег все равно, она, конечно, может быть как-то оживит экономику опять же. То есть акции должны вырасти и часть этих денег тоже пойдет на фондовый рынок, поэтому все инвесторы воодушевлении в, в предвку... предвкушении этих денег, и поэтому все ждут продолжения банкета. И банкет будет продолжаться до тех пор, пока не начнется, в общем-то, инфляция, и пока ФРС не начнет повышать ставку. Когда ФРС начнет повышать ставку и начнет повышать налоги, вот тут э всей этой песни Лебедины придет конец, в общем-то сказать. Но пока э есть все шансы, что что э, рост рынков продолжится. Итак, значит, возвращаемся к э, Тамаре. А, что она мне, так сказать, ну как бы спрашивала, э, ну куда вложить, ну скажем, там в районе 3 миллионов э, рублей. Э, она гражданка России, поэтому первое, что я посоветовал, это... Э, Завести счет в банке тиньков Это проще всего на самом деле. Я скинул ей ссылку. Она тут же это сделала. И э, уже через день она получила карточку э, и положила туда какие-то ну, первые деньги там. Вот. <laughs> ну, и э, что дальше? Квартира еще не продалась, там идет процесс. Вот. И дальше мы с ней, э, значит, сели на днях буквально и стали распределять. Вот. Но э, она, первая мысль, какая у нее была, ну, говорит, давай в этот самый индекс S&P 500 и все. Вот. Но э, я говорю, а ты знаешь, что Технологический сектор в США вырос технологические компании на 70% за прошлый год. Она говорит, ну да, вот, поэтому, значит, может быть, лучше в технологический, может быть, в технологический. Вот, ну и так далее. Мы стали обсуждать это дело. Вот, я ей показал графики. Вот, и мы решили следующее. Мы нашли... Да, значит, смотрите, какие исходные данные. Сумма в районе там, ну, 35 тысяч долларов. Вот, скажем так, да, она решила, говорит, ну, 10 тысяч можно провести наличкой через границу, значит, совершенно спокойно. Давай я 10 тысяч заберу, сниму просто, а остальное можно будет вложить куда-то. И э, мы уже стали распределять те деньги, которые э, ну, будут вот окончательно. Э, я сказал, что давай, наверное, разобьем на две части. Не надо класть все это в одну корзину, не только в Теньков, но и, э, значит, давай мы откроем первую долгосрочную инвестицию на 5 лет. Это э, вот тот самый фонд, о котором э, э, я спрашивал в интервью у Валентина Кошелапова. Ссылочку вы видите вон там сейчас на это интервью. И в конце видео будет ссылочка. То есть вот такая программа на 5 лет. Смотрите, вкладываем в индекс S&P 500. Эти вклады застрахованы. И они застрахованы как? стопроцентный возврат, но если индекс S&P растет, то э, получается, ну, в соответствии с этим ростом, если индекс S&P упал, и там вклад, там, по-моему, то ли 5, то ли 10 лет, но мы уточним еще, на какой срок мы э, будем вкладывать, э, то возвращается либо 100%, либо там, 120% там, в зависимости от срока. То есть э, 120% от ложных средств. То есть ну, с прибылью 20%, гарантированно. То есть вот такой это почти структурный продукт, э, но при условии, что деньги лежат там и не снимаются. Э, такая штука очень хорошая. Причем, если э, индекс SP э, растет, то прибыль можно снимать. Почему она выбрала именно это? Но ну, дело в том, что. М -м у ее мужа там американского обнаружилось, что в общем, сказать, у, нее, у него есть такой вклад, как раз, который он открыл давным-давно. И этот вклад, вот такой вот фонд, он как раз вырос там в разы в несколько раз вырос и приносит стабильно прибыль и как раз он тоже получает именно вот э, регулярно может снимать эти деньги прибыль, которая получена. И когда она спросила у местных там, она говорит, вот такие инвестиции, как это нормально, ненормально, стоит ли их закрыть, они говорят ни в коем случае не закрывай, потому что э, таких условий ты уже не найдешь сейчас. Вот, ну поэтому э, я и предложил вот э, большой часть или большую часть даже вложить вот именно в такой фонд, причем на 5 лет, так как она сказала, что она может спустить эти деньги, чтобы эти деньги, ну, точно уже были 5 лет и все, потому что без потерь там снять невозможно, поэтому пусть уже там лежат. И другую часть мы решили разложить в Тинькофф инвестиции, но то же самое мы разложили на несколько фондов мы посмотрели просто список фондов, в которые есть теньковые инвестиции. Да, она сказала, я не хочу этим заниматься, я не хочу дергаться, просто хочу вложить и забыть. И ну и там, ну раз в полгода может быть посмотреть на эти э, инвестиции, потому что вот так. Я сказал, что теньков э, очень опасная штука, потому что, ну э, учитывая, что она может их э, легко растранжирить, я говорю, эти фонды очень легко продать, то есть за секунду ты берешь, продаешь, выводишь деньги и все. А, и, и вот они у тебя уже, поэтому, говорю, ну, это вообще такая штука, которую легко можно вывести, поэтому, поэтому опасно, потому что самый большой враг наших денег это мы сами, вот, и э, дальше мы решили разложить вот следующее, мы э, расписали, есть в Тинькове фонд «Всепогодный», это там, насколько я помню, 25% золота, 25% в недвижимость, 25% облигации, 25% в акции. По-моему, там он из пяти частей состоит. Вот. Следующий фонд, в который мы вложились, это тоже надежно это фонд облигаций, то ли от Тинькова, то ли от ВТБ. Есть такой фонд в US Treasuries. Следующий фонд, в который мы вложились, это FXVO. То есть это глобальный фонд в акции всех мировых компаний, включая там и российские через MSCI. Вот туда вложились. Потом часть денег решили вложить в Китай. Фонд, который ориентирован на Китай. Насколько я помню, это был ВТБ или от Альфа Капиталс, есть соответствующий фонд, часть денег туда и часть денег в технологические компании которые э, ну, под большим давлением сейчас, они могут упасть, но также сильно они и растут, потому что это двигатель процесс, э, прогресса. <с> Она спрашивает, ну, а... Юра говорит, ну а что может случиться с Амазоном? Что может случиться с Амазоном? Амазон у нас кругом, то есть у нас один Амазон только и есть. Я говорю, ну Тамар, посмотри, э, сейчас Байден, Байден, э, Трамп ненавидел э, э, безоса ненавидел ненавидел вот но как бы ничего не говорил а байден говорит что будем сражаться с крупными корпорациями с монополистами и мы будем вынуждать их делиться то есть amazon может разделиться например на сервис продаж и сервис доставки то есть на две отдельные компании Я говорю может Она такая может Монополизм есть? Есть. Я говорю, то же самое с Гуглом происходит, то же самое происходит с что там еще? Microsoft, но и со всеми другими. С Apple. Вот. Всех как бы вынуждают делиться во-первых. Во-вторых, Трамп обещает повысить налоги обещает повысить да обещает вот поэтому в общем сказать есть определенный риск с одной стороны с другой стороны действительно это двигатель прогресса и действительно они должны расти ну а каким образом мы разделили я насчитал там сколько у нас получилось 7 фондов значит два из них мы решили объединить просто ну как бы в один то есть 6 всю сумму мы разделили на 6 и, значит, одну шестую часть в один фонд, одну шестую в другой, одну шестую в третий, одну шестую в четвертый, там, в пятый одну шестую и остальную, так сказать, одну шестую оставшуюся мы разделили поровну на два оставшихся фонда. Насколько я помню, это были FXCN и... Не помню уже что-то еще. Вот, вот таким образом, по-простому, совершенно мы разделили ту сумму, которая вот, ну, в текущий момент в наличии, просто взяли процент от этой суммы и аккуратненько с ней сидя за 15 минут разложили эти деньги в Тинькофф инвестициях и забыли. В общем, сказать, после того как деньги были распределены, буквально вот она сказала, ну и славно, сказать, все хорошо. Деньги распределены, и будем теперь ждать, что с ними будет, насколько они будут расти. Ну, в общем, сказать, она прекрасно понимает, она не глупая, что каждый день, конечно, смотреть не надо, потому что это то растет, то падает. Ну, раз в полгода почему бы не посмотреть? Вот таким образом. И что я хочу сказать, что нормальное мышление нормального человека который ничего не понимает в фондовом рынке, но понимает, что туда надо инвестировать. И первая мысль, которая у нее возникла, заметьте, куда инвестировать? Юра, ты мне нужен, помоги инвестировать эти деньги а у вас какая мысль возникает когда у вас появляются деньги первая мысль и вы думаете что э, она ездит на шикарной машине ей не нужна шикарная машина да я вам скажу по секрету э, практически но ну, у многих из вас кто смотрит мое видео машины круче чем у нее. Потому что она э, воспринимает машину как средство передвижения, поэтому зачем покупать дорогущую, когда можно, когда и это ездит? Она, когда я его не спросила, она говорит: Юра, ну у меня та же самая машина, на, на которой я тебя встречала, когда я был в Америке. А это было, извините, 15 лет назад. Ну, то есть совсем старенькая. И когда я спросил, как, какие машины сказать, ну, там, сыновья купили, то же самое, такие достаточно э, старенькие э, машины, дешевенькие. А зачем крутую машину. Перед кем показывать пальцы-то? Не перед кем. А денежки надо экономить и откладывать в инвестиции, потому что они пригодятся в будущем. Потому что если нам сейчас хорошо, то это не значит, что хорошо будет всегда. Надо заботиться о том, чтобы деньги были всегда. Ну, вот такая мораль. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк подпишитесь, колокольчик, ну и до встречи. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий.